Раз мне чат говорит, что побольше ставить, я буду верен чату. Да там никто не говорит, там один я в чате. Пусть чат говорит, став побольше. Брат, это же наглость, можно так. Не, ну реально, имей совесть. Пацаны, включи вебку пишем. У меня вебки тут нету, я просто могу сейчас лицо свое спалить. Ну так вот. Вау! Красавчик какой, мужик. Какой красавчик. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я буду искать начинающих стримеров с нулем онлайна и хочу им подарить нож. И мы посмотрим на их реакции, это будет очень круто. Ну а вы, мои подписчики, прямо сейчас прожимайте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарий. Сколько комментариев вы напишете, сколько голдишки я кому-то из вас подарю. Поэтому, братик, прямо сейчас, ты побеждай. Ну а мы, ребята, переходим к первому стримеру. Ребята, идеально, я нашел стримера, у которого один онлайн. И этот один онлайн, это я. Ну что ж, погнали радовать молодого. Давайте вначале я напишу: привет, бро, тебе помощь нужна, могу дать голдишки. Блин, посмотрите, какой у него вебка на пол экран. Что, ребята, сейчас будем ждать, что он ответит. Что? О, смотрите. Это Кент АПК? Кент, братан, здорово. Это Кент шляпа ПК. Да? Сколько ты можешь дать? Ничего наглый! Сколько ты можешь мне дать? Ну давайте для начала дадим молодому. Выставляй скин за 1200. Я думал, у него будет более эмоциональная реакция. Он такой, ну да, да, давай. Сколько ты можешь мне дать? Сколько ты можешь мне дать, голды? Вот это наглый-то какой. Братик, мне нужны твои эмоции. Ну вот такие вот они зрители с нулем онлайна. Все, почины, я его нашел. В игре все, братик, давай. Хиды! Купил, порадовали молодого. Чем из судов завис. Все, скин купился, погнали смотреть его реакцию. У него аж голос трясется, смотри, как он переживает. Да волнуется. Братик, не волнуйся. О! Вот это реакция. Он что, плакать начал? Он плакать начал. Посмотрите на его довольное лицо, на улыбку на его лице. Как же он доволен, как же он рад. Тип стримит уже 6 часов, что они писали, что-то постановили еще что-то. 6 долбанных часов, прикиньте. Тут в чате все лишь я и какая-то Елена. Ну че, пацаны, а мы идем к следующему стримеру. Надеюсь, он будет чуть поэмоциональней. Опа-па. Залетел к типу, но у него играет фоновая музыка. Я пишу, бро, привет, выключи фоновую музыку. Голда нужна, брат? Конечно, мне нужна голда. Конечно, мне нужна голда, братишечка. Выставляй скин за 2к. За 2к? Опа-па, тип в шоке. Все, пацаны, парниша выставляет скин ровно за 2к. Сейчас посмотрим на его реакцию. Но у этого парня 30 зрителей, поэтому не прям там супер начинающий. Но я думаю, тоже должно выйти очень прикольно. Я прям сейчас почти залетаю и покупаем его паттерн и будем смотреть на его реакцию. Так, 380-й паттерн. Так, все, пацаны, я нашел его скин. Вот его наклеечка, прям сейчас 2к. Купил, 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 купил. Как раз парень собирает на очки Harmony, идеально. А что он такой неэмоциональный? Я ему голду на халяву даю. О, смотрите. Он подумает, что я не куплю. Братик, ну давай, для тебя, я уже купил. У меня просто небольшая задержка на стриме, но купил. Братик, легенда. Спасибо, бро. Легендарен Кент, ё-моё. Если это видос, ребятки, просто на Кента подписочку, лайкосик. Спасибо тебе, братуха. Это, походу, реально видосик, бро. Нам прохавал, сразу понял, сразу выкупил. Ладно, мужики, идемте дальше. Это опять был такой стример. Ну как-то мало эмоций, я не знаю. Я хочу найти стримера, чтобы он прям кричал, орал, визжал. Но я не знаю, есть ли такие стримеры. Нашел еще одного прикольного перспективного стримера, но есть одна проблема, то что у него слишком громко. Короче, фоновая музыка, поэтому я ему вначале кидаю, пишу: привет, брат, выключи фоновую музыку. И следующее сообщение: голода нужна. Он пошел проверять, настоящий я это или нет. Все, почин. Я его попросил, говорю, покажи свой инвентарь. Все, ему остался буквально последний раунд, и после этого мы сейчас посмотрим, что там в инвентаре. Может быть, ему тоже нужна голдишка. Я просто смотрю, парень довольно-таки обычные скины, мне интересно посмотреть на его инвентарь. Я думаю, он по-любому будет очень рад, когда я ему подарю голдишку. Да. Слушай, ну он не прям супер бедный, но давайте порадуем его. Давайте я напишу: выстави скин за 1500. Ну блин, просто хочу найти типа, у которого прям вообще нет ножей. Все, почти, покупай его скин. Давайте. Купил, 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 купил. Чё? Чё? Еще спасибо. Нифига, Кент радует. Я ему написал, купи себе АКР. Пусть малость себя немножко порадует, потому что, ну, понимаете. Я думал, накол купить или нож еще. Я думал, она же, да. Просто так. Подожди, это просто так или мне нужно любой сейчас купить? Че прикол? Делай, что хочешь, бро. Смотри, как в чате все начнет попрошанщить. Все, реально, ты просто зашел, дал голды и все. На этом все. Ну да! Я сам в шоке, вот это я щедрый. Ладно, ребята, а мы переходим к следующему стримеру. О, мужики, тут я вообще нашел стримера, у которого всего лишь 2 зрителя.
зрителя написал «Привет, бро». Давайте послушаем его реакцию. У него даже скинов нету, по сути, только перчатки. Здорово. И все? Так, один показатель. Слушай, я его вообще все равно. Выстави скин за 1000 г. За рынок не шарим, это не мой аккаунт. Он не знает, как выставить скин за 1000 голды. Просто прикиньте, я такое вижу впервые в жизни. Ладно, братик, сегодня не твой день. А мог, между прочим, голдишку на халяву получить. Знаешь, откуда я беру голду? Как думаете, он знает так, или нет? Ну давай, давай, давай. А я не могу знать, откуда голда берется. На булдропе! Ребят, конечно же, голдишечку я беру на булдропе. Почему именно на булдропе? Потому что булдроп — это топовый дроп. Тем более, у них там вышел очень крутой ивент, в котором вы просто открываете кассики, получаете кровушку дракона, и эту кровушку дракона меняете на халявный дроп. Прикиньте. И это не все. Также добавили новую коллекцию кассиков. Советую залететь, подкрывайте. Мне очень нравится яйцо дракона. Там вообще имба, такой дроп хороший падает. Поэтому, пацаны, всем советую. Ну и, конечно же, прямо сейчас на экранчике видите небольшой подарочек для вас. Поэтому обязательно, братва, вводите его и забирайте свой приз. Все нужные ссылочки закреплены в комментарии. Ну а мы идем дальше. Так, нашел еще одного стримера. У него один зритель, это я. Я ему написал «Привет, бро». Я ему написал «Не матерись», а то малый в шоке просто. Выйди из союзников. Как думаете, выйдет или нет? Брат, выходи из союзников. Я просто больше всего с этого и в шоке. То, что лично ко мне сам Кент зашел. Такой медийный человек. Брат, выходи из союзника, выходи. Он вышел! Ладно, ладно. Он вышел из союзника, прикиньте. Ну, это парня плохой микрофон, поэтому я ему скажу, братик, выставляй скин за косарь. Так, о, у него как раз нету нормальных скинов, смотрите. Вообще идеально, у этого парня нету даже ножа, у него нет никаких нормальных скинов, ничего нету. Так, ребята, только что ему написал выстави за 1023. Как раз вообще идеальный стример, потому что у него два онлайна. Блин, смотрите, сам угар. Его тиммейт, который играл вместе с ним, пишет ему на стриме. Я ранг сливаю, ау, ау, помоги. А, не-не-не-не, Кента пока ему сказал выйти, поэтому он вышел. Умничек. Сейчас почти найду его скин и порадую молодого. Потому что у парня нету даже ножа, вообще ничего нету. Все, пацаны, вперед покупать его скинчик. Ну давайте, была не была, покупаем. Брат, надеюсь, купил у тебя. О, вроде у него купил имба. Погнали, посмотрим на его реакцию. Ах, офигеть. Хотел сказать плохое слово. Посмотри, а что он там делает? Спасибо большое, Кент. Смотрите, что эта падаль пишет. Кент Пепа. Слышь, Влах, кто Пепа-то? О, я нашел идеального подписчика. Вы послушайте, какой Марк он говорит. Послушайте, послушайте. Я играю с Хея Кинг. Я с ним играю в союзы. Привет, Тимофей. Сейчас я доиграю с Кингом. Выстави скин за 500 г. Я думаю, для молодого 500 голды будет нормально. Привет, Кента, пока. Это кто? О! Кента, пока. Погодите 5 сек. Кента, пока. Выстави скин за 500 голды. Давай я... Вот этот скин за 500 голды. О, вот такого стримера я и ждал. Он побежал. Вы слышите? Кента, пока. Кента, пока. Кента, пока. Вы слышите? Он побежал к папе и кричит, что Кента пока зашел на стрим. Папа, мне пришел этот стример, который 1 000 000 подписчиков. Что выставите, где меньше запросов? Хорошо, Кента, пока. А можешь этот мне солить за 3000, пожалуйста, Кента, пока? Я даже подпишусь до тебя, смотри. Смотри. Что происходит? На 1 000. Можешь выставить дороже на 1 000? Я выставляю ножик, так, окей, брат. За 3 000 можно? Ну окей, ну давай за 3 000. Блин, мне интересно, будут кричать или 3 000. Нет, как думаете? Блин, в стендофе аватарки не прорузились. Хорошо. Можно за 3 вот так вот выставлю? Я вот просто не перебарщиваю, просто у меня такое первый раз в жизни. Я могу вот так вот выставить. Нет! Нет, ну это вообще ноус, пацаны! Я ему хотел дать 500 голды, потому что даже вебки нету. Он говорит, дай мне на 1500 больше, а теперь он говорит, дай мне 4000. Не, ну брат, ну это же наглость. Можно так. Не, ну реально, имей совесть, пацаны. Хэштег, комментарий, имей совесть. Мне это не жалко, ну просто, блин, ну это некрасиво. Давай этот, у меня просто был стейт, который стоит, если я выстрою за... Блин, мужики, ну я не знаю, ну реально это неприятно. У типа, 3 зрителя несчастных. Я говорю, брат, давай там 500 голды. Я говорю, давай 1000, там 1500. Он берет и говорит, давай за 4 000. Ну это нагло, не. Не, извините, ну, типа, брат, ну, это слишком нагло. О, все, он выставил за 2999. Давайте же порадуем молодого. Ладно, так уж и быть. Конечно, мне не очень приятно, что он так поступал. Я думал, голду не давать, но потом подумал, ладно. Купил, все, купил, купил, купил. Только что за 3 000 у него скин. Чего? Чего? Кент, Кент, спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. А можешь этот подписаться на меня? Шучу. Ну давайте подпишемся. Как, чего? Я пишу, включи вебку, включи вебку, пиши ему. У меня вебки тут нету, я просто могу сейчас лицо свое спалить. Ну вот так вот. Вау!
У меня просто нету этого. Красавчик какой, мужики. Ой. Какой красавчик. Ну не зря дала молодому три косарика. Брата, а чё вебка перевернутая? Давайте напишу, позови папу. Позови папу, дам голды. И сними его. А, мужики, короче, папу он не позовет. Идемте к следующему стримеру. О, посмотри, кого нашел. Рамазан, привет, лайкусик, пожалуйста. Сейчас посмотрю ВК. О, это какой-то начинающий стример. Я ему написал, привет, бро. Кент Лапк. Привет. Привет, бро. Он не знает, кто я такой. Выстави скин за 1000 г. Почему? Сейчас куплю. Это же не совсем начинающий, у него 100 зрителей, но надо делать добрые дела, надо делиться голдишкой. Так, все, ребят, я нашел его скин, прям сейчас куплю. Погнали, посмотрим, что он там делает. Купил, брат, купил! Купил! Блин! Спасибо большое. Я понимаю, сейчас будет жестко. Давайте по приколу ему напишу. Выстави скин за 100к. По приколу. Выстави скин за 100к. Блин, он такой добрый, выстави, мне же как-то неловко. За 100к. А за 100к невозможно, наверное, выставить, да? А представьте, реально, скин за 100к выставил. Вы поняли, я хотел его развести. Я думал, у него будет один скин за 1000, второй скин за 100к. Я куплю скин за 1000, и он подумал, что купил скин за 100к. А представьте, реально, на баланс резко 100к. Я бы охренел бы от жизни просто. Выставляй за 1к. Я же говорю, что это невозможно. Какому-нибудь Веле поверить еще, ну как-то максимально. Веле? И то невозможно. Я хуже Веле, бро. Ну блин, это обидно. Просто 100к голды, это же целое состояние. Покупай. Покупай второй скин. Купил. Ну, опа. Блин. У меня Кента пока покупает скины. Изи, брат, изи. Слушай, какой хороший, приятный, добрый стример. Мне же реально приятно. Спасибо большое. Блин, минус стендов. Все, давайте мы напишем хорошего стрима, брат, и идемте дальше. Ну все, ребят, у меня на раздаче вам есть голда теперь. О, он тем более раздастся на голдишку подписчикам. Ну что же, ребятки, а вот я нашел очередного стримера. Вы просто посмотрите на выражение его лица, такое ощущение, что игра уже задолбала. Какие люди залетели, оу май гад. Ну-ка чекнем, настоящие, а то бывают фейки залетают. А не, настоящие. Парнишар рад, довольный. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Покажи скины на продажу. У меня нет скинов, могу выставить, если надо. Выставляй, брат. Че, реально купить готов? Но могу для тебя выставить, если реально готов. Говори, за сколько выставлять, выставлю. Давайте прикол ему напишу, сколько стоит позволяет, сколько выставляй. За сколько он поставит, как думаете? А, ну у меня совесть добросовестная, поэтому поставим не задорого. А ну-ка, за сколько, как думаете, за сколько, братик, за сколько? Ничего себе, он скромный, реально скромный парниша. Все, ребят, я уже нашел его скин, прям сейчас покупаю, купил. Давайте ему еще дадим молодички, такой скромный парниша, мне реально аж приятно. Вот это спасибо большое, такое тоже бывает. Спасибо огромное тебе. Спасибо. Стоит ли еще выставлять? Ну, не знаю. Брат, выставляй. Чат, стоит, не стоит? Выставляю, чат. Да выставляй, брат, выставляю уже. Выставлять скинчик. За сколько продаж выставлять? Ну, говори, за сколько. За сколько? Да, я и говорю. Либо мало дают, либо остро, либо дуэльки донатят и рассосят меня в дуэльках. Брат, за сколько тебе совесть подсказывает? За сколько надо? Раз мне чат говорит, что побольше ставить, я буду верен чату. Да там никто не говорит, там один я в чате. В смысле, чат говорит, стало побольше. Ну давайте починим, сейчас купим. Какой у него там паттерн? Покупаю прямо сейчас. Чат, намотаю. Так, погнали. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Купил. Спасибо большое. Ну вот сверху мне написали за 5-5-5-5-5 поставить. Я поставил. Если чат одобряет, то окей. Го еще. Спасибо большое за голду. Емать. Брат, давай еще, пока кем-то пока добрый. Какой-то рофл странный. То покупай, то не покупай. Да уж, что происходит? Наверное, видос какой-то пилится. О, за 100к. Блин, ребят, ну я рофлю, ясен пень. Реально, если реально не рофлишь, я разыграю пару тысяч тогда. Серьезно. Говорит, в саму пару тысяч, а 98 тысяч остальные голды оставит себе. Ужук, братик, ну ты чего, надо же делиться с подписчиками. Ну а вот это, ребята, моя история покупок. Как вы видите, я потратил очень много голдишки. Надеюсь, вам понравилось это видео, хоть чуть подняло настроение. Поэтому, ребят, если кому-то из вас тоже нужна голда, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и подписывайтесь на мой телеграмчик. Ну а с вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения. Напишите в комментариях, какое мне видео снять следующее. Обязательно подписывайтесь на мой ТГ. Всем удачи, всем пока-пока.